Сидят два ирландца в баре, пьют пиво и разговаривают. «Слышал, вчера Джон такое учудил. В церкви прямо во время служения курить начал. Ничего себе! Вот-вот, у меня чуть пиво из рук не выпало!» Упал альпинист в пропасть, а друзья-альпинисты ему кричат. «Слав, у тебя руки целы?» «Целы!» «Ноги целы?» «Целы!» «Так лезь обратно!» «Не могу!» «Почему?» «Я еще не долетел!» Утро 1 января. Пьянющий Дед Мороз возвращается домой. Во дворе играют дети. «Дедушка, а где твоя Снегурочка?» «Потерялась». «А давай ее искать». «Не надо, ребята. Я ее сейчас позову. Свистну, и она придет». Дед Мороз сует два пальца в рот и начинает блевать. Приходит Бом с сыном к врачу и говорит. «Доктор, мой сын ничего не ест. Ни масла, ни мяса, ни хлеба». «Почему?» «Нету». Еврей перед казнью. «Ваше последнее желание. Хочу вишни, но сейчас же декабрь. Так я подожду». Дед с внучкой жили очень бедно. Тогда дед решил сдать внучку в аренду соседу. Пришел к соседу и говорит. «Внучку мою на ночь хочешь?» «Хочу. С тебя ящик пива и качалка колбасы». На то мы порешали. Поздно ночью перепуганный сосед стучится к деду. «Дед, а внучка у тебя что, трансвестит?» «Ну да». «А почему мне не сказал?» Дед, допивая последнюю бутылку пива. «А ты не спрашивал».